Приветствую любителей того самого звука. Сегодня мы послушаем музыкальный центр Aiwa NSX V30. Мечту многих из тех, кто в 90-е не мог себе позволить купить более дорогие мини-системы от Technics и Sony. До свои $300-400 мини-системы Aiwa имели замечательное соотношение цена-качество звука. Выглядели нарядно, как новогодняя елка. Подсвечивался и дисплей, и кнопочки. CD-ченджер тоже имел светодиоды. В начале 90-х я очень хотел себе Aiwa, но не было денег. А когда деньги появились, то был уже сразу куплен в 3 раза более дорогой Technics. Ну, на фоне ностальгии по мягкому звуку Aiwa был куплен сей аппарат. Да так дешево, что, можно сказать, достался бесплатно. Я его отмыл, вынул все каштаны из кассет-приемников и камни из колонок. И теперь можно попытаться его послушать. Звучит это Aiwa по-особенному мягко. Есть системы, которые хочется сразу выключить. Есть, которые вроде хорошо звучат, но при этом утомляют. Еще раз скажу, что Aiwa звучит очень мягко, в меру детально. Ее не хочется выключать. Из возможностей здесь имеется FM-тюнер с памятью, часы, таймер, все как обычно. CD-ченджер на 3 диска карусельного типа. По кассетной части оба кармана с автореверсом. Акустика двухполосная с конусными высокочастотниками. Также имеется по паре дополнительных конусных динамиков для эффекта окружающего звука. Здесь вообще довольно богатые возможности по работе со звуком. Имеется, собственно, система окружающего звука с 3 предустановками, но реализован он довольно грубо, звук становится очень резкий и включать его, я думаю, не стоит. Также имеется эквалайзер с 3 предустановками, довольно-таки удачными. Также имеется дополнительная система усиления басов, T-Bass, настроенная приблизительно на 60 Гц. На волне моды на караоке имеется система приглушения вокала, довольно интересная, работающая со всех источников. Также вход для 2 микрофонов с регулировкой уровня и эффекта эхо. Также в системе имеется, естественно, линейный вход, к которому мы можем подключать что угодно. Давайте теперь послушаем, как она звучит. Thank you.